На пляже Анапы дрон впервые спас тонущего человека. Это произошло в минувшие выходные. Молодой человек переоценил свои силы, заплыл слишком далеко и начал тонуть. Это сразу же было зафиксировано специальной системой мониторинга. За считанные секунды к пострадавшему отправили дрон со спасательным жилетом. Раздумывать долго нельзя в таких ситуациях. Я оповестил наши смежные посты, а также побежал наверх, начал запускать дрон, чтобы спустить к нему жилет. Вот. Запустил дрон, подлетел, соответственно, бросил жилет, он надулся, человек благополучно продержался некоторое время на воде, а после чего со мной связи были на связи пост ПСО, подплыли к нему оперативно, спасибо ребятам на лодке, и значит, запросили у меня, куда его доставить. Доставили на берег, я вызвал по рации, у нас медика нет, но на соседнем посту есть медика, ему оказали первую помощь, все прошло хорошо, дрон вернулся целым невредимым. Медики зафиксировали у пострадавшего носовое кровотечение, оказали ему помощь на месте и убедились, что его здоровью ничего не угрожает. Напомним, дроны-спасатели заступили на службу на анапских пляжах в этом году. Проект, разработанный вместе с Институтом проблем Российской академии наук, не имеет аналогов в стране. В настоящее время на центральном пляже работают 3 специально оборудованные спасательные вышки «Анапа-Спас». В будущем их количество планируется увеличить. Здесь, значит, есть спасательный жилет, который автоматически надувается в воде углекислым баллончиком. Вот. И есть, значит, рулевая машинка, так называемая пуска, значит, и система, которая держит его. Значит, мы его подлетаем, камерой находим, тут есть камера, вот, находим объект, скажем, человека, которому требуется помощь, нажимая кнопку пуск, значит, ниточка падает и жилет выпадает. Антон Чистяков, Алексей Дивейкин, Роман Беркалиев, Анапа регион.